вопросам мирового урегулирования, мирного урегулирования конфликтов. В том числе, разумеется, поговорим и серьезно поговорим об обострившейся ситуации на Ближнем Востоке. Членам БРИКС крайне важно обсудить все эти темы с единомышленниками из стран глобального. Неотложной задачей, безусловно, является запуск комплексного политического процесса для решения ближневосточной проблемы во всей мировой территории. Необходимо прекратить насилие, обеспечить жизненно важную помощь пострадавшим, облегчить их страдания. Само урегулирование должно быть достигнуто на общепризнанных международно-правовых базах. И за те усилия, которые прилагаются для того, чтобы Африканский Союз занял свое достойное место в группе 20. Ваше высокопревосходительство, дамы и господа, глобального юга. И постепенное расширение нас независимо от уровня их развития. Поэтому мы должны прислушиваться к голосам всех чех организаций, что не позволяет этим странам также идти в ногу с повесткой дня, которой сегодня руководствуются многие страны в мире. В целом, можно сказать, что необходимо разработать новый устав финансирования развития, который был бы более гибким. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.